Волонтеры Одинцовского центра «Единой России» и Общероссийского народного фронта доставили 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны, жителю Ликино Григорию Картушину, новый холодильник. Он был приобретен по инициативе председателя фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслава Киреева в рамках оказания адресной помощи и проекта «Добрые дела». Новый холодильник стал подарком ветерану к юбилею, который он недавно отметил, и к 75-летию Великой Победы.